Здесь же, в Георгиевском храме села Мамоново, недавно произошло еще одно радостное событие. При воскресной школе распахнула двери православная творческая мастерская «Параскевушка», где маленьким прихожанам прививают любовь к одному из старейших искусств – рукоделию. Под чутким руководством взрослых ребята своими руками творят и созидают. Выбрали такое направление не случайно, ведь жизнь православного христианина всегда была тесно связана с рукоделием. Детки будут заниматься всем, что связано с православием, с какими-то православными. Ребенок будет видеть итог работы, да? Духовной работы. Мы занимаемся именно рукоделием. Рукоделием не мастер-классами, когда за один раз ребенок уходит с готовой работой, а у нас долгий процесс изготовления практически с нуля. В преддверии светлого пасхального праздника воспитанники мастерской приступили к первой большой работе – изготовлению пасхального яйца. Для начала девочки сделали заготовку из папье-маше, на это ушло целых 3 недели. Сейчас же пришло время декорирования. Бери вторую, тоже вот эту продолжай. Смотри. Не волнуйся. 15-летняя Ефросинья Подкидышева относится к своему детищу трепетно и с любовью. По ее словам, процесс созидания захватывает все сильнее и сильнее, и она постоянно думает, как еще усовершенствовать игрушку и сделать ее более красочной. Даже не видно то, что делается работа на протяжении долгого времени. Если вкладывать душу, работа проходит очень быстро. Работа очень кропотливая, требует усилия. Уже известно и будущее этих работ. В скором времени они будут отправлены на конкурс «Пасхальная радость».